Перед игрой предупреждал ребят, что, в общем-то, команда Лунаря молодая, но молодости как бы свойственно желание борьбы, желание победы. Вот, то есть у Лунаря сегодня было огромное желание взять у нас очки. И, в общем-то, по игре мне понравилась команда. Относительно нашей команды, ну, могу сказать так. Забей Платонов второй гол при простреле, в общем-то, игра бы успокоилась. Ну, основную часть матча контролировали ход, но минут 15 мне не понравились в концовке, когда пошла какая-то суета, когда не могли выйти из обороны в атаку, вот, когда чуть-чуть поддавили нас, и вот здесь пошла небольшая тусовка. Ну, как бы рад, что выстояли, рад, что вышел Слава, который распорядился моментом, хотя и до этого были моменты, тоже могли еще забить второй мяч, но распорядились, забили, решили. Исход матча. Для нас важный момент – это сейчас набирать очки. Ну, что сказать. Минут 15 провалили. Наверное, успокоились после этого дня. И я считаю, что мы не проиграли бы однозначно, если забивали свои моменты. Моменты у нас есть. У нас, соглашусь с коллегой, у нас желаний много, всегда оно есть. И их настраивает тренерский штаб. Вопрос, там всего по чуть-чуть не хватает. Когда не хватает мастерства, не хватает силенок. Мудрости не хватает, спортивной злость есть, но не у всех. Поэтому пока мы во всех этих компонентах выступаем. Надеюсь, что придет и наше время, и ждем его быстрее, что и мы не просто будут ехать в Гомель, и мы осторожно будем бороться. Хотя я считаю, что игра была и с обеих сторон была интересна. Владимир Алексеевич, но все-таки вы довольны, так сказать, прогрессом команды? Я всегда ценю по моментам. Если моменты создаются, значит, мы правильно двигаемся. Если бы их не было, я бы расстроился. Другое дело, я сейчас сказал, нет мастерства, нет того, теслю в простреле, поставь ножку на опережение, уже 1-1. Поэтому тут не виним ребят, они придут. Главное, чтобы они понимали, что мы от них требуем. И вроде этот есть прогресс. Нет, я не знаю, вам со стороны виднее, наверное. Вы видели их команду в марте, и вы видите сейчас в августе. Плюс у нас много проблем сейчас, которые не хотелось бы озвучить. Но хотя вы все знаете, по составу у нас проблемы. Спасибо еще. Владимир Алексеевич, почему в составе не было Александра Данилова? Данилов был в заявке, но он не играл, потому что вчера у него было плохо, а сегодня еще хуже, состояние здоровья ухудшено. Болезнь. Понятно, спасибо. Фомин больной, Янченко, вы знаете, что с Янченко. И плюс у нас проблема такая, что мы не можем даже свободного агента заявить. Даже проблема в том, что мы с лицензией не можем заявить, который не заявлен за дубль.